Минувшей ночью на несанкционированной ледовой переправе в Вилюйском районе застряла машина. Сообщение о происшествии поступило в 4 ночи на пульт дежурного Вилюйского поисково-спасательного отряда Республиканской службы спасения. Звонившие сообщили, что автомобиль сломался, бензин заканчивается, транспорт находится на открытом месте. В салоне 6 человек, двое из них дети, к слову, самому младшему 7 месяцев. Уже через 20 минут спасатели обнаружили автомобиль. По словам пострадавших, сначала они застряли в песке. После этого у машины начались проблемы с ходовой частью, и она отказывалась ехать дальше. Убедившись, что самостоятельно им не выбраться, они начали звонить родственникам и знакомым. В результате ожидания просидели 4 с лишним часа. Бензин был на исходе. Не дождавшись помощи, обратились в пожарную часть и к спасателям. На резонно поставленный вопрос, что их толкнуло ночью выезжать на еще закрытую ледовую переправу с грудным ребенком в салоне, ответа спасатели не получили.